Но надеюсь, что наш будущий коллега, победитель кастинга «Дождя», не будет совершать таких репутационных ошибок, как Меган Маркл. С нами на связи Александр Макошенец, который уже скоро присоединится к нашей команде. Саша, привет. Привет. Здравствуйте, Анна. Ну, ожидали ли вы, Саш, такого развития событий? Ну, скажем так, я ожидал, что... Я уже ожидал, когда мне сказали, что мне нужно будет выйти по скайпу. Вот. Но, честно говоря, до сегодняшнего дня мне было совершенно непонятно, кого выберут. Коллеги, друзья все в течение этого времени спрашивали, ну, когда результаты? Я говорю, слушайте, я сам не знаю. Когда закончится голосование, я не знаю, потому что в прошлый раз, когда был, скажем так, полуфинал, оно так и не закончилось, поэтому я находился в таком подвешенном состоянии и сейчас очень-очень рад. А скажи, пожалуйста, ну а как ты собираешься в Москву? Мы ждем тебя. Можно уже покупать билеты, я думаю. Уже, да? Прямо сейчас? Ну, мне нужно, так сказать, объявить об этом на месте текущей работы. Вот мы объявили. Текущая работа, Александр переезжает. Надеюсь, они меня смотрят. Вот, ну, собственно, когда скажут, тогда и приеду. Хорошо, это вот, знакомьтесь, наш новый сотрудник Александр Макошенец, автор, ведущий, возможно, корреспондент и победитель кастинга «Ведущих на дожде», о чем нас очень много спрашивали. Какое же было принято решение? Вот оно, наше решение, знакомьтесь.